Всем приветик. У меня шеф-бургер. Ой, шеф-бургер, что несу? Шеф-ролл или как он там называется? В общем, KFC-шная херня. Ну, уже не KFC-шная, а Ростикс. Мы переименовали уже. Вчера заказывали крылья и вот эти вот штукенцы, роллы. В общем, будем есть. Чуть посочнее было. Прям вообще класс был. Список распечатала, что нужно ребенку 3 класс. Концтовары какие. Угу. Не просто. Как в 1 класс. Вот и до. Шумно здесь. Так шумно. Слышно? Производство. Она написала мне. Сейчас прочитаю. Свет, привет. Куда на работу устроилась? Я ответила, что мукомольное производство. Коммерческий отдел. Ого, прикольно. Там с образованием. И что входит в твои обязанности? Образование мое подошло. Салатик, мне кажется, уже подвял. Ну, правильно. Считается, вчерашний вечер лежал в холодильнике. Что входит в мои обязанности от вынесения данных? Программа. Основная это в ГИС. Когда муку продаем. Мы для учета не только в одной из нужно заносить, а еще специальную программу. Онлайн программу. На сайте в ГИС. Туда. Кому продаем, в каком количестве и так далее. Ну, здесь в середине ничего так. А дальше опять сухо. Я больше не закажу такое. Какой называется? Вчера даже я не запомнила, когда заказывала. Нет, не твистер. Так, что у нас тут? Что за херня заказала? Вроде по-другому называлась. Шеф-ролл. Короче, как-то так. Не мне, ролл.
На KFC-шная херня открылась. Может, это уже от Ростика? Может, в Ростике? В Ростиксе? Какое-то новое блюдо. Шифрол. Угу. Острый. Да. Шеф ролл оригинальный. От Ростикс. Ну что там? От Ростикса. А там твистером назвали. И все то же самое. По сути. А наш шеф ролл острый. Аппетитная, сочная еда. Я не беру здесь сока никакого. Я. Мужу, наоборот, понравилось. Типа, он вкуснее, чем бургер. Говорит, начинка все то же самое практически. Но вкуснее. Типа там одна булка. А здесь... Блин, чуть не уронила. Здесь одна коробка. Озвалась. Надо положить это. Озвалась буду есть. Все, вернули, мы положили. Это просто кайф. Мы 2 месяца ходили в обуви. Сейчас это просто блаженство. А я переживала, думаю, пока в сумке несу. Друзья, вытечет оттуда все. Угу. Вытекло, блин. Тут в рот-то ничего не вытекло. Все. Вкусновато, но маловато.